Добрый день, в эфире программа «Дневной разворот». Ведут передачу Светлана Занько. И Владимир Сметанин, ну, сразу, добрый день. Да, добрый день, сразу нужно признаться, что наша программа выходит в записи, а записываемся мы накануне. Да, я вот все равно наушники надела, мне так привычнее. Записываемся мы накануне, потому что наш гость вот непосредственно в прямой эфир не сможет попасть, но зато он сегодня с нами в студии, мы вот уже начали здесь разговор, давайте его представим сразу. Давайте, конечно, представим. Это Михаил Костинов, ведущий российский иммунолог и заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцины сывороток имени Мечникова, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Так представлю долго, больше не буду. Помяните. Добрый день, Михаил Петрович. Добрый день. Что-то у нас в последнее время очень много гостей, которых мы очень долго представляем. Да лучше, короче, это надо, когда уже после смерти надо такие называть. Профессор Костинов, хорошо. Хорошо. Сегодня в четверг, когда мы записываем программу, в нашем онкоцентре проходит большая конференция, и хотелось бы понять, чему она посвящена, о чем говорить. Ну, конференция вообще посвящается актуальным вопросам педиатрии, и один из вопросов, как иммунопрофилактика, вакцинопрофилактика. То есть те основы, которые лежат в будущем развитии детского населения, взрослого населения, потому что чем раньше думаешь, как профилактировать инфекцию, вот которая возможна, то это есть будущее. Это зависит будущее нации, будущее здоровья и так далее, и так далее. Перед кем вам сегодня удалось выступить? Кого собрали на конференцию? Это в основном педиатры. Педиатры различного профиля. Всего региона? Да, всего региона. Педиатры широкого профиля, узкие специалисты. Это есть аллергологи, лор-врачи, нефрологи. Ну, каждая узкая специализация, потому что их возникали вопросы как раз именно этих вопросов по вакцинопрофилактике. И в основном это подходы. То есть как делать так, чтобы и ребенку было хорошо, и родители довольны, и всем было весь миром хорошо. А по чьей инициативе эта конференция состоялась? Ну, органы местной власти, департамент здравоохранения. Наш министерство здравоохранения, да, инициировало. Ваша регион, да. А почему такая насущная проблема сейчас собирать такую конференцию? Это регулярные просто какие-то текущие работы или у нас какая-то острая ситуация возникла? Нет, дело в том, что в мире вообще принято ВОЗом, что в апреле, конец марта, начинается неделя вакцинопрофилактики. То есть привлечь внимание не только медицинского сообщества, а всего населения для того, чтобы обратить внимание на такое мероприятие, которое идет иногда негативные отношения именно к проблемам вакцинопрофилактики. Поэтому ВОЗ дает в начале апреля вот везде. И вот я с одного города в другом, в третьем регионе будем так до конца недели. Именно новые данные, что есть по этому поводу в мире. Ну, раз мы уж говорили, заговорили о мире, и раз это ВОЗ, то эта неделя по всему миру, конечно же, проходит. Давайте мы сейчас очертим с вами ситуацию по вакцинопрофилактике в России, на примерах, какая у нас текущая ситуация. Может быть, сравним с примерами западного мира и стран третьего мира, например. Общую картину нарисуем. Ну, начнем, что стран третьего мира, они бедность, они не имеют чем вакцинировать. Вот это беда. И всегда... То есть государство не может выделить эти деньги для того, чтобы... И поэтому есть специальный фонд, который и Россия платит в этом фонд ежегодно. То есть средств для того, чтобы приобрести вакцину и проводить вакцинацию. Потому что, ну как, если ты богатый, ты должен поделиться с кем-то. Такая благотворительная помощь. Есть все государства. И они вакцинируют вот то, что нужно. Это не совсем просто благотворительная помощь, потому что ведь и наши граждане ездят в страны третьего мира, и мы заинтересованы в том, чтобы они оттуда не привозили болезни. Ну, это понятно, что. Но дело в том, что есть одно, которое так милосердие, и, ну, так принято везде. Вот. Поэтому они вакцинируют то, что есть. Но если сравнить Россию о других странах мира развитых, то мы ничем не отличаемся. Есть только одна беда, что календарь не так широко, то есть со всеми инфекциями можем профилактировать, как у них. Ну, я скажу здесь не то, что мы не хотим. Мы хотим, просто получилось так, что время перестройки срезало на все эти исследования, все исследования научные, которые мы проводили в России. Потому что Россия, она достаточно большой потенциал по разработке вакцин. И как раз сейчас получается то, что на Западе вышли эти вакцины 20 лет тому назад,
У нас, к сожалению, нет. У нас прервался. Прервался. Вот. Поэтому придется вот несколько инфекций, которые мы невозможно профилактировать. Мы не можем пока профилактировать вирус папиллома человека. Но это важная вакцина. Мы это будем в перспективе. Мы не можем масштабно вакцинацию против ветряной оспы, против вирусной инфекции. А на Западе это все есть? Это на Западе есть. И входит в календарь прививок. Ну, позаимствовать у Запада. Дело в том, что есть регион, имеет право, любой регион, любой город имеет право из средств вот это местного бюджета выделить и проводить профилактику. Но федеральный бюджет не выделяет на это средства. Да, ты как родитель, ну, у тебя мальчики, вот девочек, например, профилактируют прививкой от вируса папилломы человека, ты ее можешь купить, Володя, но она стоит 7 тысяч, а сделать ее нужно, например, 2 раза. 3. От двух до трех раз зависит от возраста. Пожалуйста, у тебя выбор есть, она платная, импортная. Да? Я не знаю, в аптеке ли она продается? Или заказ некий какой-то? Нет, дело обычно всегда эти альтернативный метод вакцинации, который, ну, коммерчески называем своим языком, у них есть эти вакцины. Поэтому любой человек может. Есть еще, допустим, Московская область, она покупает вакцину для Московской области, выделяются деньги. Выделяют, допустим, Ханты-Мансийск то же самое есть, Якутск может себе позволить. То есть те регионы, которые есть возможность, вот они и делают. Но могу сказать, что вот эти 3 инфекции, которые мы не можем пока это делать, но у нас с 2019 года, если верить тем рекомендациям и высказываниям Министерства здравоохранения, что у нас появится еще 2 инфекции в календарь прививок. Федеральное Министерство здравоохранения. Это будет ротавирусная инфекция, будет против ветряной оспы. Ну и через 3-5 лет станем богаче, я думаю, что будет вирус папилломы то же самое. Есть одна беда в чем? Потому что мы не можем ставить в календарь то, что не производится на территории России. Политика может отказаться везде. И так было всегда в современной России. Да. Поэтому сейчас мы ставим в календарь то, что Россия тебе обеспечивает. Но объясню другое, что то, что делает Россия, это, можно сказать, единственная страна в мире, которая обеспечит свое население вакциной за счет государства. Вот обязательная вакцина. Большинство стран мира это идет 50 на 50. 50% государств, 50% другие организации. Типа это страховая медицина. Работодатель. Не может работодать. Это идет с другие. Допустим, страховая медицина, да, 50% ставит. То есть ты заплатил за страховку, правильно, и часть этих денег пошла. Да, но дело в том, что их обязывает, чтобы ты должен такой контингент, который есть, ты должен делать вот такие вакцины, и средства выделяются, я не могу сказать. Но у нас в России есть календарь обязательный, который тебе ставит, только ты делай. И есть, который по эпидпоказанию. По эпидпоказанию, который не обязательно, но эпидпоказание... Непостоянный это календарь. То есть есть вспышка, выделяются деньги из бюджета и покупаешь вакцину. То есть это местные власти покупают вакцину и проводят вакцинацию. Вот такие разницы. На Западе идет, если календарь есть, значит все. Государство вот 50% или 30% ставят другие организации, которые тоже проводят вакцинацию вот детского взрослого населения. Еще немножко по специфике предоставления вот этих услуг и обязательств как раз каждого гражданина вакцинироваться на Западе и у нас. Поскольку мы об этом поподробнее поговорим, когда будем о детях говорить, но поскольку у нас есть возможность отказаться, например, от прививок и в детском возрасте, а про взрослые вообще ничего не говорим, то на Западе, насколько мне известно, вот если ты хочешь покупать страховой полис и нормально работать в какой-то серьезной организации или организация за тебя платит страховку, ты обязан и проходить профосмотр в полном объеме и вакцинироваться тоже. Ты не можешь отказаться, потому что ты таким образом провоцируешь возможную болезнь и больничные, на которые не хотят идти корпорации. Ну, это не новость. Дело в том, что я еще помню много лет тому назад, когда начали формироваться местные предприятия, еще в Москве это очень широко было, то когда мы проводили вакцинацию, этого руководителя, этот руководитель был из-за границы. У него был сертификат о прививках. Приходи. У взрослого человека. У взрослого человека. Это не ребенок, а взрослый. Но дело в том, что есть одно-то понятие культура здоровья. А поскольку мы живем пока туда и не демократы. Не задумываемся об этом, да? Да, вот это и есть у нас культура здоровья нет. Поэтому откуда может быть? Всегда культура определяет все. Если нет культуры, значит, ничего не будет. Вот поэтому здесь все зависит не то, что мы отказываемся. Отказывается – это понятие такое, что я всегда спорю по это законодательству, потому что закон написан.
Государство обеспечит здоровьем, тебя обеспечит охрана, обеспечит бесплатное, допустим, обучение в школу или какие-нибудь услуги. Ты этим правом можешь воспользоваться, да, но обязанностей у тебя нет. Да. Однако ты где государство говорит, что за благополучие государства ты должен делать то, 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 то. Говорит, не, я демократия выбираю. Понимаете, это какая демократия? Значит, человек это есть обычно эгоист несчастный, который он берет то, что ему нужно, а когда демократическое общество тебе дает правильное поведение, ты отказываешься. Еще немножко о несчастных эгоистах после короткого перерыва. Возвращаемся в студию. Это программа «Дневной разворот». И мы сегодня общаемся с Михаилом Петровичем Костиновым, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, доктором медицинских наук. Мы делаем эту программу по следам большой педиатрической конференции, посвященной профилактике и вакцинопрофилактике и иммунотерапии, которая вот накануне прошла в нашем онкологическом центре по инициативе Минздрава Кировской области. Очень интересно. Интересно, вы рассказали, что есть очень серьезные болезни, да, инфекции, которые мы не можем профилактировать своими собственными в России произведенными вакцинами. Перечислили понятные всем и очень, особенно этой зимой для кировчан, понятные, например, ротавирусную инфекцию. Если о вирусе папилломы человека мало кто до сих пор задумывается и только-только начинается этот процесс, то ротавирус мы тут пережили все, да, Володя, мы с тобой тоже пережили со своими детьми ротавирус этой зимой. Страшно мне вспоминать о том, да, что было со мной. Да. Прошлой осенью. У Володи маленькие дети. У меня ребенок постарше. Вы его тут видели в студии. Да? Одна из ведущих нашей радиостанции тоже 12 лет, но тоже было очень страшно. Так вот, я знаю, что в конференции принимала участие также компания «Нанолек», которая производит вакцины, но не эти, а другие, и развивает свое производство. Шла ли речь, задавались вопросы о перспективах производства вот этих вакцин, которых нам не хватает в Российской Федерации, с тем, чтобы они потом вошли в график как раз. Конечно, это будущее является. Ну, опять на современном этапе многие государства, которые смотрят вперед, для того, чтобы не тратить время на разработки вакцины, потому что разработка вакцин очень тяжелый тернистый путь, это 10, 15, 20, 30 лет. Тем более, что они уже есть. Да, есть. И сейчас называется такой трансфер технологий. Причем Россия тоже делает транстехнологии в стран Латинской Америки, других стран. Я просто... Своих уже строим. Свои, да. Мы сами строим заводы. Я просто участвовал много раз в этих конференциях. Мы делаем конференции научные. Идет наши транстехнологии туда. Что здесь значит? Страна на этом зарабатывает? Конечно, да? Будет зарабатывать. Потому что она и здесь престиж государства. И то же самое, потому что она вклинивается в эти государства, которые находятся в этом регионе. Значит, что здесь трансфер технологий? Когда мы получаем технологию, но это не означает, что сегодня нам открываем сразу трансфер технологии. Идет около 5 лет. Когда сначала строится предприятие, привозит вакцину. Вакцину здесь как бы проверяет, разливает, получает лицензии. А дальше, в будущее, через 5 лет, мы должны сами здесь производить всю технологию. Это называется трансфер технологии. Вот эти вакцины, которые мы не имеем свои, часть вакцин, здесь идет как транстехнологии. А дальше у нас в России тоже разрабатываются вакцины. Причем вакцина не может разрабатываться на таком уровне, который мы применяем сегодня. Всегда смотрим вперед, как космонавтика, как и вооружение и так далее. Мы должны изобретать такое, которое опережает настоящий препарат. И вот таких по всем направлениям производятся разработки новых вакцин. Новая вакцина от ветряной оспы, новая вакцина от пневмококковой инфекции. Не то, что сейчас берется вакцина, как называется, серотипы 13-23, а вакцина, которая будет хватить все... Универсальные. Угу. То же самое вакцина от гриппа, вакцина от коклюшной вакцины. То есть всегда смотрится вперед, потому что наука не должна повторять, что есть. Что такое научное исследование? То, что думаешь в перспективе, и как ты видишь это. Но это вкладываются деньги, вкладываются испытания, вкладываются. Поэтому не ждать это время, мы должны защитить население сегодня. Нам некогда ждать. Поэтому мы вынуждены вот делать такие трансфер технологии, покупать новые технологии, что есть, и
защитить свое население. Что, например, в последний раз вот мы трансфер технологий проводили? Что покупали? А вот трансфер технологий у вас как раз вот сейчас производится вот нанолек, это и есть трансфер технологий. Ага. Дальше трансфер технологий под полимеритной вакцины. Трансфер технологий будет пёротой вирусной инфекции. В ближайшее время сколько лет нам осталось, чтобы... Что осталось? Да, допустим, у вас здесь на вашей территории нанолек, что это современная вакцина, которая в один шприц называется комбинированная. Четыре инфекции. Угу. В России тоже проводится такая, есть такая вакцина, но на практике ее пока нету. Мы сейчас проходим испытания. Поэтому будет и отечественная, будет и импортная. Угу. Дальше что лучше, то и берется. Всегда население выбирает, что лучше. Я за ротавирус зацепилась. Дальше ротавирусный будет. Ротавирусный, я не могу открыть, потому что ротавирус тоже сам, трасс технологии есть. Если государство обещает, что с 2019 года будет вакцина противоротавирусная для всего населения, то есть детского населения первого года жизни, и будет обязательно ветряная оспа, значит, у нас транстехнология сейчас идет, потому что я не могу открыть эти, потому что не имею права. Слушайте, прошлой осенью врач-инфекционист говорил о том, что вот эта ротавирусная инфекция, больше 70 разновидностей. Она бывает 45 разновидностей, но вакцина содержит 5 таких штаммов, 5 серотипов, которые самые распространенные в мире. Что в Америке, что в Китае, что в России, не имеется, что в Африке. Они одинаковые, я хват и все. Значит, эти вакцины пока есть от производителя, который за границей. Это официально зарегистрировано. Любой может пойти в коммерческий центр себе делать. Или если... Вот Москва, допустим, богатая. Всего детское население делает вакцину против ротавирусной инфекции бесплатно. Иди и сделай себе. Она эффективна? Она эффективна, конечно. Эффективно защищает человека от всех ротавирусных инфекций где-то до 75%. От тяжелых форм до 95%. Но есть одно но, что инфекций кишечных много, а люди не знают, что такая же инфекция проходит арбовирус, норовирус, астровирус и так далее. Всегда самая распространенная ротавирусная инфекция. Но ротавирусная инфекция в структуре всех заболеваемости кишечной занимает 49%. Поэтому вакцинируй ребенка, значит, ты можешь сказать, что два раза будет болеть меньше, и не так тяжело. А это сразу дышится легче. Я дальше хочу еще про ротавирусную инфекцию. Почему такие вспышки-то масштабные начали происходить? Мы что, меньше уделяем вопросам личной гигиены или что? Забываем руки мыть часто? Нет. Вспышки есть и будут, независимо от сезона. Ну, чаще идет сезон. Просто люди уже начинают уже говорить истину, что есть на самом деле. А вспышка есть где хочешь. Вспышки, они как были, так и есть. То есть просто больше информации стало? Больше информации стало. Больше огласки, да? Больше огласки, больше информации, больше появляется средства диагностики, потому что раньше диагностика невозможна, а сейчас выделяются деньги на диагностику. Вот и есть. Как и так, люди умирают больше не то, что больше инфекция, а просто есть средства диагностика, больше заболеваемость выявляется. Откуда берется? Те же инфекции, те же болезни были, просто сейчас диагностика есть, возможность делать. А так раньше что? 50 лет назад умирали. И вот и все, они знали. А сейчас есть диагностика, вот и выявляется. Михаил Петрович Костинов, ведущий российский иммунолог, у нас в гостях, и мы говорим об иммунопрофилактике, вакцинопрофилактике и иммунотерапии. Напоминаю, что накануне, вот когда мы пишем эту программу, накануне выхода в эфир в прямой, в эфир этой программы прошла большая конференция в онкоцентре по инициативе Минздрава Кировской области. Тут говоря о вакцинации детей и о работе с педиатрами. За последние годы, наверное, полтора, мы благодаря компании «Нанолек» здесь, в этой студии, провели несколько программ просветительских, которые были направлены на то, чтобы разъяснить и родителям, и просто взрослым людям, что такое вакцинопрофилактика и почему она важна. И каждый раз мы затрагивали такой вопрос, как вот как раз эта самая возможность выбора, которая была предоставлена с 90-х годов родителям, подписывать отказ от прививок. И каждый раз говорили о том, что процент отказников по-прежнему достаточно высок. И каждый раз подчеркивали, что зачастую в таком подходе участвуют не просто родители по своим каким-то убеждениям, но также и медики, которые их на это настраивают. У нас осталась такая ситуация? Есть, к сожалению, это есть, потому что никуда не денешься. Всегда, как в любом обществе, в любом специальности есть, которые понимают, а есть, которые противники. Куда ты не денешься. Другое дело, что... Как рассматривается ведущий ученый, ведущий практику, организация здравоохранения, что таким врачам не должно быть места заниматься с людьми.
Они должны заниматься другой проблемой, которая есть. Потому это что... очень категоричная позиция. Ну, это но есть, но они же есть... хотели стать доктором. Они же доктор, значит, они ведь прошли надо понять, горнилы образования. Если ты доктор, если ты доктор, дал клятву, что всю жизнь самая твоя цель – профилактировать, делать все возможность. А когда ты целесообразно хочешь, чтобы вызывать болезнь, фиг, какой ты доктор? Это есть, можно сказать, как убийца. Потому что если дал клятву, я всю жизнь буду делать то, что я знаю, не знаю, буду читать, не знаю, буду спросить, буду изучать. Это всю жизнь мы учимся. К сожалению, есть такая категория. Ну, что есть? Это все-таки что, от незнания возникает? Или откуда это убеждение-то у нас взялось в 90-е годы? И так и несут этот флаг многие. Кто-нибудь брякнул вот такое. И у человека всегда, что запинается больше? Неприятность. А больше идет доминант, она на негатив. Вот это негатив, который у него есть, он будет всю жизнь носить. Я просто занимаюсь такой тоже исследованием, которое уже изучает другие психологические моменты. Почему родители отказываются? И когда-то мы изучали, оказывается, что родители отказывают, потому что есть доминанта негативная. То есть он больной человек. Сам родитель. Сам родитель. Это психологический, который есть болезнь. Я не психоневролог, не могу сказать нормальной технологии. Но когда-то доказали, мы показали, что у нее есть доминанты, которые вызывают отрицательные. Она не хочет, но уже есть здесь. В голове, вы сейчас голове, показывает. Да, в голове Михаил есть, Петрович. Который очаг, который он не ему позволяет. Угу. Поэтому мы иногда мы смотрим на это, иногда мы не вступаем в дискуссии. Все равно человека не будешь переубеждать. Даже что говорят психологи, что эти, которые отказываются, никогда не тратят время с ними. Потому что они никогда в жизни. То есть не вступайте с ними в политику, в дискуссию. Не берите. Да. Главное работа с теми, которые еще сомневаются. Ну, как в политике. Человек не знает. Вот это тогда не знаешь, когда ему объясняешь досконально, все прекрасно. Вот я всю жизнь связан с вакцинацией самых тяжелых. Ну, это моя такая судьба, что всегда всю жизнь занимается искать подходы. Как делать так и доказать, не только втыкать в одно место, а просто изучать, понимать механизм, что и зачем. И когда видишь родители, да, они, я смотрю, я и вижу, что да, у них беда, беда то, что отказывается, потому что и так сказали, и беременны. А что для человека, который для мамы ребенок. Это ей все. Это не сравни с дома, не с мужем. Это ей все. Она ради этого живет и так далее. И когда я говорю, что ты что, это вредно такое, значит, она так запоминает. Но я всегда говорю одно, что никто, ни одна вакцина не является хуже той заразы, которую человек может переносить. Не может быть. И вакцина не может создаваться, чтобы она была хуже, чем эта инфекция, когда человек переносит. Полминуты до рекламы. Я хочу спросить, а есть официальная статистика, сколько по России таких отказников? А нет, откуда идет? Это около процента во всем, на всей планете. Около 1%. 1%. Да, она везде. 1-2% по всей планете. То есть мы тут не перевешиваем никак. У нас примерно та средняя температура по больнице, Нет, это всех, это ничем не отказывается. Другое дело, что если открываешь сайты по интернету, там найдешь где-то 2000 с чем-то такой. То есть любой человек хочет открыть свой сайт и сказать свое мнение. А я говорю другое, что чем человек шизанутый, чем больше будет миф отказа от вакцинации. Возникает миф, от чего? От незнания. От невежества. Это может быть и вторая часть этого. Профессор, доктор медицинских наук, а каким доступным языком излагает? Да, прервемся на 1,5 минуты и продолжим наш разговор с Михаилом Костиновым. Продолжается программа «Дневной разворот». У нас в гостях Михаил Костинов, ведущий российский иммунолог. Михаил Петрович возглавляет лабораторию вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний отдела аллергологии. Опять я длинная выбрала для себя презентацию не вакцины сывороток имени Мечникова. И мы говорим здесь о вакцинации и иммунопрофилактике. Поговорили про детей и родителей отказников, тех, кто подписывает вот эти самые листки отказа от вакцинации. А можно родительскую тему-то еще продолжить? Или мы в ней остаемся? Нет, мы можем, я не знаю, я хотела продолжить, на самом деле, вакцинации беременных. А, беременных, хорошо. У меня просто вот такая ситуация, давай. Михаил Петрович. Когда, ну, раз уж мы тут родителей, да, включили свои, немножко, давай. Да. Когда доктор в детской поликлинике говорит, вот есть вот такая вакцина, бесплатно, а есть подороже. Импортная. Вот как поступать в такой ситуации? Вот в последнее время, по-моему, никто такого не говорит. Ну, во-первых, у нас было такое в практике. Да. Ну, можно сказать, это одно и то же. Понимаете, одно и то же. Просто опять психология человека. Человек, он хочет что-то больше. Если думаешь за деньги, значит, это будет лучше. Это не бывает. Понимаете, государство
не имея права зарегистрировать плохой и хороший препарат. Нет такой, никогда не будет. Другое дело, что есть препарат, который это можно больному, а это может здоровый. Другое, но это зависит от знаний врача. Плохие препараты, они не могут быть. Неужели вы думаете, что государство регистрирует препарат, который убивает людей? Ну, не может быть никогда в жизни. Вот смотрите, какая может быть интересная история. Есть препарат, который действует на конкретную, там, да, конкретное заболевание, на его профилактику. А есть вот комплексная вакцина, которая не входит, например, в календарь, но она есть в доступе. Врач имеет право предложить родителям выбор или не имеет права? Выбор всегда мы должны, потому что выбор всегда есть, есть право любого человека. Мне всегда учили еще давно при советской власти, что я не должен смотреть в кармане, как одет пациент, я должен говорить все, что я знаю, самое лучшее. Что лучше для этого? Если я вижу, что это пациенту лучше вот это подходит, я говорю, вы знаете, вот это хорошо, но есть вот это лучше подошла для вашего ребенка. Но есть одно второе, скажу, что это новое, которое является для новой России, что мы сейчас переходим, есть переходный период, который мы сейчас в будущем только будем делать эти комбинированные вакцины. Для чего у вас на территории организовали вот это? Нанолик. Это как раз, это есть как раз переход из одной, допустим, эпохи моновакцин на эпоху комбинированных вакцин. И поэтому переходный период, это будет еще 2019 год, я думаю, что с 2020 года все население Российской Федерации будет получать вакцины, которые называются комбинированные, которые по одной инъекции, чтобы меньше ребенок плакал, меньше, чтобы родители переживали, меньше, чтобы ходил в поликлиники, создавать больше защиты от многих инфекций и так далее. Вот насколько я помню, как раз комплексная нанолековская вакцина, о которой мы сегодня уже говорили, да, которая имеет 5 факторов, да, 5 профилактирующих факторов, она не входит в общий график государственных прививок, но регионы ее могут закупать. Нет, она входит. Входит уже. Государство уже обеспечивает прекрасно регионы. Просто мы сейчас идем на переходный период. Угу. Когда идет и моновакцина, угу, то есть официально, и идет комбинированная вакцина. Ну, понимаете, это Россия большая страна. Угу. И когда идет переходный период, невозможно, что завтра сразу нет этого. Ну, нет возможности. Даже те иностранцы, они не смогут нам поставлять такое количество для России. Ну, нет возможности. Вот. И поэтому они то же самое, если есть поставки, есть масштабы и так далее. Механизм у нас много понятен. Детей. Понятно. Это есть естественно. Так мы переходим с одной эпохи в другой. И через пару лет мы только эти вакцины будут применяться. Только такие. А конкуренция между странами, кстати, существует? На этом поле? На этом поле, на производстве вакцин? Ну, я думаю, что все зависит. Конкуренция всегда есть, как везде. Конкуренция есть. Все хотят, чтобы внедриться. Но дело в том, что есть одно «но», что всегда мы будем выбирать то, что нам выгодно. И эта конкуренция идет на определенном этапе. Допустим, конкуренция до покупки технологий. Ну, у нас была программа совсем, Володь, недавно в развороте на бизнес. Как раз мы говорили об итогах поездки делегации Кировской области в Петербург, в кластер, который там тоже производит, в том числе и лекарства. И мы задавали вопрос господину Некрасову, который возглавляет Нанолек, что насчет конкуренции. И он как раз привел пример любых стран и Советского Союза. В свое время обязательно на территории каждой страны существует как минимум 2 предприятия, который выпускает один препарат, потому что мало ли что случится, ну, конечно, с одним предприятием. Потому что конкуренция... Это даже не столько конкуренция здесь идет речь, сколько идет речь о безопасности и надежности поставок. Безусловно, это вопрос вот жизнеобеспечения. Да, это всех, кого интересует этот вопрос, отсылаю к развороту на бизнес, к нашему прошлому. Давайте поговорим о вакцинации беременных, потому что это тоже для меня было открытие, когда я готовилась к этой программе, что, во-первых, для меня было открытием, что те прививки, которые нам делают в детском возрасте, иммунитет, который вырабатывается благодаря им, заканчивается уже годам к 30, и взрослому человеку нужно профилактироваться снова. Я была в шоке, потому что вот я вот до эфира говорила, что у меня коллег в редакции женского пола очень много, и почти всем за 30, а детей только у 2. И все сейчас рожают попозже, да, и за 40, и под 50 даже. А у нас, оказывается, иммунитет закончился, да, а мы даже не в курсе. Да, ну я проблема беременных, это моя любимая, тоже одно из тем, я многие разные направления давно занимаюсь. Ну, есть подготовка женщин к зачатию.
Причем такое не означает, что молодые, которые, они не хотят этой беременности, но получается. Ну, вот молодежь, это молодежь, никуда не денешься. Это есть физиология, которая вызывает потребности. Значит, здесь отказывается, что вот давно занимаюсь. Оказывается, что те женщины, которые уже за 28, редко бывает 24-25, которые готовятся к зачатию, уже опять врачи, грамотные, кушер-гинеколог, говорит, давайте сделать это. Что это означает? Прививки. Что? Прививки. Угу. Потому что она трансплацентарно, не с молоком, трансплацентарно передает иммунитет от мамы к ребенку. И ребенок защищен до определенного периода времени. А если мама стерильна, ребенок стерильный. И вот как раз сейчас важность именно вакцинации женщин детородного возраста и беременности. Вот неделя труда, вот, будет на следующей неделе, как раз в Сочи, всероссийской. Вот как раз тоже мне доклад. Как это организатор уже не здравоохранения, а те охраны труда, как делать, чтобы защищать свою. Потому что женщина является все. Кто больше на производстве работает? Женщина. Кто больше рожает? Конечно, мужчина и одни не рожает. Рожает. Да. Я тоже согласна, женщина. Что женщина кто это больше, все. Кто я больше вот ухаживает за буду. Пациентов? Угу. За мужа, за ребенка? Женщина. Поэтому она является не только главным источником энергии и так далее. Она является ведущей. Поэтому проблему нужно ее защитить в первую очередь. Это одно. Второе, вакцинация даже во время беременности нужно делать. Вот смотрите страны Европы. Когда женщина в третьем триместре, а Англия, вот эти противные американцы, англичане, французы, шведы. Женщина беременна на третьем триместре, делала вакцина. Дифтерии, столбняки, коклюш. Почему? Они считают каждую копейку. Умирает один ребенок, это и есть беда. Ребенок здоровый родился, и вдруг он умирает, как коклюш. Это вообще, вообще никто не думал, как это можно делать. И тем более, что и рождаются те, которые в кювете, 500 грамм, сколько там, 600 грамм, оттуда достигают до килограмма полтора. Сколько денег вкладывается, вдруг он умирает, то инфекция, он же профилактирует. И все поголовно получают на третий триместре вакцинацию дифтерии, столбняк, коклюш. Для чего? Для того, чтобы защитить. И все в окружении, не только ты беременную, а бабушка, и дедушка, и братья, и сестра, и мужа, все, которые живы и дышат кругом от ребенка, делать. Почему? Ты считаешь, что это действительно это золото. А если золото, ты делаешь все возможное, чтобы профилактировать. У нас нет. У нас Бог дал, Бог взял. От чего? От незнания опять. Опять незнание и то, что... Это хаос, который предменился еще раньше, 50 лет назад, что все, вакцинация – это вредно, вредно. Я говорю, повторяю, что ни одна вакцина не может быть вредна или хуже, чем той инфекции, которая она есть. И вакцинация, вот сейчас то Россия идет тоже вперед. То, что идет уже у нас в России с 2014 года, вакцинация беременна против гриппа. Вот это тоже достояние наше. Ну, это такой маленький шажок, наверное. Ну, это шажок маленький, но это тоже ничего, потому что пока у нас не начали умирать, не начали делать вакцину. У меня была такая научная работа, которую мы ее проводили, потому что мир давно делает, а мы должны доказать. Вот наша вакцина, вот наши беременные, вот наше наблюдение, вот наши дети, все. И проводили это исследование, доказали, что да, действительно, и наши вакцины. И часть вакцин наша даже лучше, чем именно иностранных. Но дальше что будет продолжаться? Она продолжается вакцина. Новые прививки какие-то да. Беременным женщинам. Дело в том, что вакцинация беременной является обязательно, уже входит в календарь прививок. Если обязательно, значит, каждый врач должен это делать. Не хочет беременной, пусть отказывается. Потому что, если, дай бог, заболевает беременная и по причине врача, то врач несет ответственность за это. Приказ, который обязательная вакцинация, не означает, что я хочу, не хочу. Я должен это делать. Вас вакцинировали? Другое дело, что искусство... Я что-то не припомню. А это есть 4... Вот смотрите, приказ 2014 года, беременная является обязательной вакцинацией против гриппа. Для чего? Потому что защитить вот этого беременную. А беременная, это есть, приравнивается женщина с тяжелой, как астма тяжелая. То есть она фактически красивая, приятная, однако по иммунной системе она больная. Это физиологическая. Она не видит вирус. И когда попадает вирус, значит, развивается такая инфекция, которая или до летальных исходов, или рождается дети. Я считал исследование. Дети с отклонением. Да. Дети, да. Прививки можно на любом этапе беременности делать. Делается второй, третий месяц. А если женщина группа риска, то есть сахарный диабет, бронхиальная астма, аутоиммунные заболевания, то можно даже на первом можно триместре. Можно уже. Да. Угу. Вот. У нас 2 минуты, да. 2 минуты у нас есть. Угу.
Это программа «Дневной разворот». Да. Михаил Костинов, ведущий российский иммунолог, у нас в гостях. Мы сегодня уже вот завершаем говорить о прививках. И очень много открытий для себя делаем. Какие-то этапы мы уже с Володей как родители прошли, да, собственно говоря. И оказывается, так много изменилось в мире, и даже в России так много изменилось, что хотелось бы только, чтобы все наши врачи, и педиатры, и терапевты, потому что выясняется, что взрослые тоже этим должны быть охвачены на всех этапах своей жизни, потому что ведь не только беременные, готовящиеся к зачатию, не только беременные и готовящиеся к зачатию, не только люди, которые хотят сохранять трудоспособность, но и пожилые люди, оказывается, тоже. Да, у нас проблема сейчас идет, проблема по вакцинации взрослых. То есть мы, получается, на протяжении всей жизни должны прививки-то делать? По идее, каждые 10 лет, что касается убитых вакцин. Что касается живых вакцин, достаточно 2-3 дозы. У нас почему сейчас получается в России вспышка кори, пит-паротита? Потому что это иммунитет, который не хватает. Он закончился. Поэтому сейчас идет второй этап кори, потому что педиатры знают проблемы вакцинации, они делают. Сейчас идет вторая большая работа, надо работать с терапевтами. Потому что Советский Союз закончился, а фабрики, заводы, которым вакцинацию по головам делали, как полагается, делали. Сейчас у нас сколько работает? В бюджете работает 30% максимум, остальные 70%. Лови и думай, как делать вакцинацию. Вот договорил за меня Михаил Петрович. Я как раз хотела сказать, что хотелось бы надеяться теперь и рассчитывать на то, что наши врачи, которые работают там в начальном звене, в поликлиниках, были бы просвещенными людьми, старались развиваться и улавливать все эти тенденции, понимать, почему это важно, и доносить до нас, до пациентов, в полном объеме эту информацию. Потому что мы видим, что все-таки есть еще дыры и пустоты, и на это была направлена конференция, которая прошла вот сейчас в нашем онкологическом центре, гостем которой был Михаил Костинов, ведущий российский иммунолог, за что ему большое спасибо и за то, что он пришел сегодня к нам тоже. Спасибо вам, до свидания. Спасибо, всего доброго. До свидания.